нас упирается. Уважаемые защитники Отечества, обращаюсь ко всем мужчинам, которые работают в славной компании «Рога и копыта». От лица министра обороны Российской Федерации Сергея Кижугетовича Шойгу во главе с Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами России Владимиром Владимировичем Путиным поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Примите наши искренние поздравления. Все женщины вашего дружного коллектива присоединяются к нашим поздравлениям. Слово предоставляется министру обороны Российской Федерации Сергею Кижугетовичу Шойгу. Уважаемые мужчины, желаю, чтобы энтузиазм, задора и ваша вера ни при каких обстоятельствах вас не покидали. А ангел-хранитель всегда берег нас. Ну а бухгалтерия радовала всегда ежегодными поднятиями заработной платы. Пользуясь случаем, передаю привет главному бухгалтеру Василисе Петровне Пупкиной, потому что дебет и кредит вашей компании находится в ее крепких руках. Ну, а я передаю слово Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Дорогие друзья, я рад вас всех видеть. 23 февраля – важный государственный праздник. Мы отдаем дань уважения и чтим память всех воинов, которые защищали и по сей день защищают нашу родную землю от врагов. В День защитника Отечества – желаем всегда оставаться настоящими воинами и мужественно и умело решать все задачи, поставленные вашим руководством. Потому что разведение крупного рогатого скота – это тоже самая важная стратегическая задача и неотложное дело, к которому нужно подходить с полной долей ответственности и серьезности. Со словами поздравлений выступил президент и главный верховнокомандующий Вооруженных сил России Владимир Владимирович Путин. Уважаемые сотрудники славной компании «Рога и копыта». От лица Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. Желаю вам благополучия, долголетия, неувядающей жизненной энергии и стального здоровья. Пусть все войны останутся в прошлом, а сражения будут только на мирном фронте. Далеко не секрет, что, отмечая праздник 23 февраля, большинство мужчин напиваются и звонят своим бывшим командирам. Не забывайте ваше начальство. Конечно же, хотелось бы отметить горячо любимого вами генерального директора Серафима Матрасовича Пупкина. Только благодаря вашим стараниям и усилиям компания процветает и, думаю, будет еще процветать долго и долго. Напоминаю, вы смотрите телевизор. Пресс-служба Министерства обороны России поздравляет вас с государственным праздником – Днем Защитника Отечества. Попрошу уважаемых дам с честью и достоинством поздравить каждого сотрудника. Тысяч военнообязанных в вашей компании. С праздником! Ура! Благодарю за внимание. Закадровый голос убирается.